Всем доброго утра. У нас почти 7. Готовлю сейчас Антохе завтрак. Пойду быстренько немножечко отпариваю костюм, который мы вчера ушивали. А пока делаю Антохе омлет. Омлет, в общем, здесь яйца, молоко. Сейчас это все хорошо подзабью. Немножко посолила. И буду делать. Вот сковородка разогревается. Да-да-да-да. Сейчас будем жарить. Потерла еще на омлет сыр. Сейчас все немножко подправится и буду его пробовать закручивать. В общем, не знаю, что получится, но будет точно вкусно. Все, Антоха готов. Сейчас поедем, да, сынок? Да. Все, давай открывай дверь. Кого тебе бояться, сынок? Не бойся. Да, чешки мы взяли. Выезжаем с хутора. Тут грязь, поэтому сейчас нам ехать нужно через улицу Степную. Почему? Ну, потому что грязь. Дождик был. Все такое зеленое. Все так хорошо. 22 градуса. Свежо. Антоху посадила в автобус. Сейчас поедет. А я домой. Сейчас быстренький завтрак для себя. Лаваш. Кладу прямо на сковородку. Сюда сейчас вобью 2 яичка. Замотаю все. И поджарю. Такой будет конвертик. Так, вот так вот сейчас это все сверну. Накрою крышкой. И немножко пожарю. Вот так вот все свернула. Как попало. И... накрываю крышечкой, немножечко еще готовлю и буду завтракать. А я пока готовлю себе цикорий. Цикорий заварила, сейчас хочу извлечь молоко. Красота! Завтракаю, у меня цикорий. Такой вот получился. Красавчик. Все, всем приятного аппетита. Так, я пришла будить своих котиков. Зоечка у нас ночевала. Зоечка, котик или собачка? Я собака. Котик. Ты котик? Как ты будешь говорить нам? Доброе утро. Мяу, мяу, да? Мяу. Уф. Ты что, Рекс? Уф. Так, пойдемте умываться. Заю. Антошка уже уехал на репетицию. Все, детей сдала. Все, дети, я поехала, хорошо? Все, люблю вас, пока. Афоня. Афоня. Да там же замкнуто. Я уже в Пластуновке, здесь вот припарковалась за 200 метров, потому что здесь прям даже на навигаторе показывает пробочку. Машин много, там же музыка, сейчас иду. Ой, тут так красиво. Честь и хвала агрономам и инженерам, комбайнерам и механизаторам, бригадирам и работникам тока. Благодаря вам на столах у россиян будет качественный хлеб нового урожая. Thank you.
дорогие друзья. Сергеевич, исполнительный директор Балабола Денис Александрович, главный агроном Чижиков Роман Николаевич, главный инженер Куликов Константин Леонидович, получивший на площади 1288 гектаров 9415 тонн зерна при урожайности 73,1 одного гектара. Награди почетными грамотами, лентами победитель штаба 2019 и крепкими караваями. Присудить третье место с вручением диплома коллективу акционерного общества «Воронцовская». Генеральный директор Хамдошка Алексей Алексеевич. Новолотившему комбайном «Джон Дир» 9670 21821 центнер зерна. Присудить второе место с вручением почетной грамоты лентой победитель шатвы 2019 и крепкого 276,4 тонны зерна. Присудить третье место с вручением почетной грамоты лентой победитель жатвы 2019 лебедного каравая водителю крестьянского фермерского хозяйства «Коробка» Текуч Серафим. Мы продолжаем. Наградить почетными грамотами и хлебными караваями за получение урожайности зерновых, колосовых и зернобобовых культур 65 центнеров с гектара и высшее урожая 2019 года руководителей сельскохозяйственных организаций крестьянских фермерских хозяйств. Бабанского Константина Викторовича, главу крестьянского фермерского хозяйства, получившего на площади 190 гектаров. Благодарственное письмо вручается Студинскому Сергею Владимировичу, комбайнеру крестьянского фермерского хозяйства «Коробка», за добросовестный и многолетний труд, высокие показатели по итогам уборки зерновых. Пошли сфотографируемся. Сейчас поедем. Так, все, мы домой. Да, Антох? Сейчас пошли, вон там наша машина где-то дальше. Какой тут красивый дом культуры, да? И возле... А вот там вот я сейчас по дорожке пойдем. Даже и ремонт сделали. И кондиционеры, да? Прям очень было интересно. Кондиционеры у нас. В Динской же такого нет. А в Динской не такой, да? Красивый. Ну да. Так, мы сейчас еще Вадика довезем. Вадик, тебя домой? Ну, я бы сейчас. Мы же Вадика высадили. Сейчас уже в станице. И мы только подъехали к Мышастовке. И тут такой дождь начался. Мчиться его уже нет. По крайней мере, с этой стороны на хуторе. Но там вначале, конечно, хорошенький такой дождь. И многие люди прям под дождь попали, шли. Мокрые. Ну, уже, естественно, никуда не торопились. Вот, так что объезжаем опять по степной. Любуемся травкой, муравкой со всех сторон. Мамуль, поздоровайся. Подписчиками. А мама уже как раз заканчивает, да? Да, все хорошо, заканчиваем. Дождик закончился, да? Да. Так, мы сегодня повязали. Я, короче, все успела. Еще и поспала в обед. И повязала. Смотрим грабли лайф.
Вернее, уже заканчиваем смотреть. Выключаем свет. Забираем огурцы. Вот тут у нас есть райские яблочки. Вот это ты мне сколько оставила? Лера, я предложу, а ты сказала мне. Да. Мою долю на рынок, я сказала. Я, все, мы повязали, готовлю ужин. Здесь у меня пшеничная каша. Здесь курица, Сержу не ее порубил. Вот сейчас вот тушу с томатом, со сметаной. Вот, и салат буду делать. У нас уже все, ужин готов. Кашка, курочка и где-то какая салат. Какая курочка, крыса? Сержуню. Ну, что, нет, у тебя нет, тут майонез. Нет, крыса. Сам вот так хребет. Ага. Да ладно. Это не крыса, это курица. Это папа так хребет раздел. И вот моя порция. Ура! И вот твоя. Не могу достать. Все, отвезла пряники. Сейчас еду Афанасия забирать от родителей. До сих пор он там, потому что когда день урожая закончился, мы поехали домой, но Афоню не забрали. Дождь лил, я не захотела мочиться и его мочить. Думаю, ничего страшного, поэтому сейчас вот еду. В детском саду ремонт, там вот сегодня утром ехали, там воспитатели все красили. Всю уличную площадку. Так как я на собрании не была в детском саду, поэтому я даже не знаю, но должны поставить детскую площадку, какие-то там новые на площадке элементы, что-то типа там горки, вот какие-то такие вот штуки. Будем смотреть 1 августа нам в садик. Да, приехала за Афоней, он в такой классной одежде. Покажись. Это я ему. Мы вообще моднявые. Колясик, привет! Ну, Маргарита. Антоха дома. Почему? Дайте мою денежку снимите. Зой, можно я не буду снимать вот так, когда ты мне ее суешь? Привет! Целоваться будем? Целоваться будем? Да. Давай целоваться. Я с вами. Я с вами. И с тобой целоваться? Я с вами играть. А, снимай. Да, Зоя, гля, она все не пихает. Теперь можешь показать, Зоечка, что там у тебя, что это такое, расскажи. Шарик. Шарик? Да. Для чего? Чтобы кидать и стукать. И стукать? Угу. И со мной монетка. Да ты че? Это от кассы. Угу. Я под кроватью маминой и папиной из-за полочки добилась. Так вот эти райские яблочки. Родне предстоит закатывать. Так, решили, что сейчас пойдем в кино, да, Фань? На какой фильм? Как называется? Забыл? Да. Ну, сынок, ну про кого? Мы же смотрели сейчас трейлер. Королева. Король лев, да, правильно. Король Афонька, да? Король мама. Сидит там в своем трончике. А кто это придумал? Папа? Ты... Папа вообще придумал поехать в кино, а мама хотела на короля льва. И поедем? Угу. Мы на такой фильм никогда не ездили. Ну да, он новый, потому что, да? Его... Так, мы собрались в кино. Мой муж еще не знает, что мы едем с родней. Что с нами еще Серега? Ворота? Да. Пошли. Давай я открою. Радуга, радуга. А вон радуга. А мы
приехали на Красную площадь. Серега, меньше стресса. Ага, давай. Пошлите. Пойдемте, дети мои. Блин, что ты такая теплая? Фоткаться будем? Конечно. Давайте. Срочно надо, если кто-то увидит. Тут, наверное, пол Краснодарского края с каждым этим. Это папа говорит про то, что я фоткаю детей возле картона, как он говорит. Не, ну а что? А вот еще возле стекла можно? Да, у него он волдырь на носу выскочил. Подождите, нам же теперь надо же родню подождать. Тут вот была и там была. Мы-то все-таки одной большой семьей, сейчас теперь надо родню дождаться. Сейчас папа себе купит. А мне видно? Антош, ну так не надо. Афоня, тебе что? Афоня хочет мармеладки. А ты будешь его есть? Ты да. Мармелад. Выбирай. Так, поставь. Еще сюда. Так, Антош, ты что будешь? Я сказала, я хочу. Чипсы какие? Вот это все вкусы, что есть, да? А зеленых нету чипсов? Принтов. С луком. Блин, опоздали. Какая красота. Попкорн теперь с крышкой. Так, ты не снимай. Это диетическое питание. Это ПП? Да это ПП, да. С девятого и в ту сторону. В общем, идем. Две хорошие новости. Сержу не узнал, но ему стало... Так, в общем, первая новость, что мы идем с роднёй. Вторая новость, что первый ряд. А тут не такой первый, нет. А мы же сели на первый ряд только из-за того, чтобы Коля тут мог бегать, а Коля тут не побегает. Откинь. Откинуть тебе? Просто думала, мы будем обниматься, не надо откидывать. Мы не будем обмываться, а обниматься. А вот там не было скамеек, чтобы... На нулевой этаж. Да не, нормально, чё? Да, пап. Зато мы все мелкие детали разглядели. Чего ты? Антош, тебе понравилось? Да? Что тебе больше всего понравилось? Когда драли за короля. Да? Мне тоже. Ля-ля, на Антоху. А вы далеко побежали? А это Дуля.